Всем привет, с вами Павел Багрянцев, и я буду одним из ведущих фестиваля психологии третьего тысячелетия «12 шагов к счастью. Преображаем реальность». И в этом видео я бы хотел рассказать, что такое для меня фестиваль. Во-первых, я уже давно знаю, что то, что мы можем получить на живых событиях, особенно с теми мастерами, спикерами, экспертами, которые будут на этом мероприятии, я знаю, что такого не получить ни из каких книг, ни из видео, семинаров, ниоткуда. Потому что живое присутствие на таких событиях ничто не может заменить. Во-вторых, очень глубокое погружение и, самое главное, встреча с самим собой. Много осознаний, много эмоций, много слез, особенно слез счастья. И все это помогает как будто вот вырваться из той рутины, в которой мы вот уже запутались, потому что быт, друзья, работа, одни и те же дела, у многих день сурка и так далее. Как сложно на всю свою жизнь посмотреть со стороны, понять, что же нужно изменить, как это сделать, как изменить отношения с близкими, как стать более счастливым, гармоничным, здоровым. Как это сделать? Мы вроде бы уже все знаем, но не делаем. И вот фестиваль, он дает вот этот толчок, вот эту мотивацию, вдохновение творить. Но на фестивале мы будем творить вместе. Вас ожидает очень много мастер-классов, много лекций, много сюрпризов в том числе. Не обо всем я буду сообщать, это в следующих видео. И для меня фестиваль – это в первую очередь встреча с самим собой. Я буду там не только ведущим и организатором, я буду там обучаться вместе с вами, потому что я знаю, насколько это важно. И я вас всех приглашаю в это путешествие вместе. До встречи на фестивале «Психология третьего тысячелетия. 12 шагов к счастью».